Перепады температур, накопившийся на крышах снег, способствуют образованию наледи. Сосульки нарастают очень быстро, создавая опасность для прохожих. Каждый день сотрудники районных администраций взаимодействуют с управляющими компаниями, которые чистят кровли, в том числе с привлечением промышленных альпинистов. В этом рюкзаке все, что нужно промышленному альпинисту, чтобы почистить кровлю пятиэтажного дома на улице Горького. Страховочный трос, киянка, сбивать сосульки и лопата, чтобы сбрасывать снег. Ну, сейчас погода, когда снег идет, очень много снега, как бы перепады в температуре, появляются сосульки. И снег, когда сосулек нет, свисает на людей, поэтому работа востребована. Альпинисты работают в паре. Один на крыше, второй с земли подсказывает напарнику, на каком участке кровли есть сосульки. Здесь, с внешней стороны дома, участок непростой. Приходится прерываться из-за интенсивного потока машин. Опасная зона, как и положено, ограждена сигнальной лентой. Управляющая компания сотрудниками нашими мониторинг кровельных квартирных домов происходит ежедневно. При выявлении наледи снежных шапок немедленно реагируем, огораживаем опасную зону и в течение полудня очищаем кровли. С привлечением альпинистов, привлечением автовышек. На особом контроле дома, скаты крыш которых находятся над тротуарами, есть опасность схода снега. Такие слабые места есть в жилом фонде каждой управляющей компании. Специалисты районных администраций ежедневно обходят территории и проверяют работу управляющих организаций. Кроме того, фиксация фактов по непринятию мер по удалению наледи ведется в автоматическом режиме.